Так, мы приехали. Конечно, очень утомительно ехать было этой маршруткой, но приехали мы, слава богу. И сейчас вот, мужчиночка нас отвезет на лонжероны, это там, где квартирка, это, потому что, честно говоря, я вот в детстве была очень-очень давно и не знаю, куда и что. Смотрите, какая церковь красивая. Какой номер у вас там? 9. Это мы на квартиру едем. Ну да, какая-то квартира, да, там нам ну, надо. Нет. Двое суток. Да. Одноэтажный дом, я поняла. Да. А там очень далеко от до моря или же? Сразу море. Ой, спасибо большое. Вы хоть в чем-то нас обрадовали. С кровати прямо море. Да, ну это неправда. Это почему неправда? Правда, да. Смотри, какой одессит настоящий. Да, я водитель, капитан. Да, капитан. Везу девочек на море. На море. На море мы будем купаться, плавать на лодке. Видите, какие одесситы веселые. Вот, у вот пожалуйста. Такие таксисты. Все чики-пики. О, да. Вы не стесняйтесь. Да, ну да. Приезжайте в Одессу. Конечно. Все. Ой, там такая интересная. Смотрите, вот мы возле этой церкви. А как эта церковь называется? Пантелеймоновская. Видите? Да. Большущая церковь. Ну как шатается этот билбордик. Оторвали. Домики такие отреставрированные есть. Ну, машин, конечно, как везде. Очень-очень много. А сами откуда? С Кременчуга. Кременчуга, да. Кременчуг. Полтавская область. Видите, тут такие все домики старенькие, конечно. Но морем еще не пахнет. Не пахнет? Нет. Сейчас запахнет. Сейчас запахнет. Да, конечно. Мы еще не подъехали. А вот новое, смотрите, какое красивое здание. Прям очень отличается от этих. Ой, ну в городе надо идти, в город, там старый город. Там все есть, эти здания, одни старые здания. Центр состоит из одних. Ну, у вас тут катакомбы под низом. Зачем вам катакомбы? Не, мне не нужны катакомбы, я была там раз. До них надо ехать, мне не нравится. Деньги, не хочу ходите. Я катакомбы. Это мрачно. Оно вам не надо, эти катакомбы. Таксист привез по адресу, вот этот адрес, все. Закрыто, позвонили, к 14 должны были прийти. Она говорит, почему вы не предупредили, у меня же вас 1000. То есть, представьте себе, 1000 сдают квартир. И ждите минут 15-20. Я уже так договаривались, что на, к 14 часам. Вот тебе, пожалуйста. Ну, честно, сразу скажу, что я пока не в восторге вообще. Вообще не в восторге. Как-то все так грязно, как-то все так, ну, я не знаю. Сейчас переоденемся, дай бог, кинем сумки, да пойдем посмотрим, где тут что. Я бы, конечно, поехала лучше. Одесса – это не место такое для отдыха, я вам скажу. Другое место. Ну, просто что так складывается ситуация. И так разговаривают, как будто бы, знаешь, не мы деньги платим, а они нам, что мы у них останавливаемся. Ждем. Принесли нам, наконец-то, ключ. Ну, мне Олечка, когда заказывала номер, она скинула мне ссылочку на этот номер. Ну, вроде ничего, двухместный написано, отзывы там такие еще куча. Я вас умоляю, я такого в жизни еще не видела. Ребята, я не видела, но когда открыл, я у меня до речи пропал. Смотрите. Видите диван? Да. Красивая стена, да, да. Туда вон пошла ванная. Вы видите, там умывальник, все. Но вот смотрите, я сижу. Я сижу, вот чемодан валяется. Ширина вот это на диван комнаты. И все. Я сижу прямо на выходе уже. Вот так, это просто издевательство. Я не знаю. И дело там, ладно, что маленькое. Там уже, тут диван открывается, все. Но никто не убирает. Вообще срач бешеный. Посмотрите на эти. И 350 рублей берут. За что? За что? Никто не убирал в жизни. Смотри. Это мы положили полотенце, потому что ну его нафиг, даже там в тапочках страшно ходить. Посмотрите. Так что не верьте вот этим всем интернетовским отзывам. Вот оно все. А, вот, смотрите. Вот уже дверь открывается. Саша, уйди, сейчас покажу, как я с двери. Вот захожу в дверь. Сейчас, смотрите. Это такой предбанник, не знаю, тут загора. Лучше бы они продлили комнату. Вот заходишь, вот, все. Видите, диван, все, я такого в жизни не видела. А в интернете красиво нарисовано, просто красота. Ну, я думаю, в соседей тоже такое. Нет, в соседей покруче там, наверное. Так что вот так вот. Смотрите и проверяйте лишний раз, потому что это ужас. Вот это вот отдых, так отдых.
Посмотрим, что там в Одессе. Пойдем погуляем, покажу вам. Ну, начало, конечно, очень плачевное. Вот почему мне никогда в жизни не хотелось ехать на отдых в Одессу. Никогда просто. Потому что вот такой вот... Два раза в жизни я была, и то я жила раз на теплоходе в приезжая, раз в гостинице. Но это просто караул. Да я бы за 350 рублей, тут у меня все горело, все блестело и вообще. Вот, пожалуйста. Самое главное, что квартиру осветили. Вот, смотрите. Видите, вот курортный город. Ну, вы здесь можете приготовить покушать. У вас есть мультиварка, вот холодильничек, так что жаловаться, конечно. Но это номер на одного человека. Ну, на полтора с ребеночком, но не для на двоих. Так, мы вышли со своих хоромов. Смотрите, какой красивенький домик. Смотрите, какой красивый. Это клен, наверное, без коры. Как зебра. Видите, какой файный, да? Но я же думаю, это не съела, это так и было, наверное. Все, мы идем. Тут уже пахнет море. Мы не знаем, есть ли море, но пахнет. А это что такое за плоды? Айва, наверное, да, ребят? Да. Смотрите. Айва растет. Видите, смотри. Плоды даже есть. Вот они. Вот это да. Ну, пока это все равно настроение не поднимает. Идем к морю. Так, вот смотрите, идем мы по этой лестничке вниз. Вот как в рыбачьем, там тоже такие лестницы. Тут, Только то есть, побольше. пошел вниз, нормально, а вверх идешь уже язык и галстук. Ну ничего, идем. Вон там вдали, вдали, вдали уже море виднеется. Спустились мы по этим ступенькам наполовину. Здесь какая-то велотрасса, не знаю какая, видите? Вот велики. А где эти велики даются, чтоб взял и поехал? А, вон есть написано где. Но к морю еще продолжаем идти. Боже, мы уже приближаемся к морю, слава Богу. Я вам скажу, что очень грязно кругом, очень просто. Я не знаю, впечатление, что тут никто не убирает, ничего. Но я понимаю, что не центральный пляж, но тут народа. В Украине уже некуда ехать. Кто на Азове не хочет, едет сюда, на Черное море. Ой, а здесь вот культурненько. Только как же на эту площадь по-другому выходить, я не знаю. Ну, где тут кафе, целая куча. Сейчас, подождите, потому что такие ступеньки, что можно вбыться просто. Значит, мы же пришли с Сашей, опа, проверить, что кафе. Тут целый ряд, видите, шашлыки, машлыки. Сейчас пойдем посмотрим, что тут на море. Я вижу, вижу, пойдем, пойдем. Осторожно. На пирсах рыбу ловят. Самые низкие цены. Хот-доги. Песок. Вот что я не люблю на море, где песок. Я люблю Крым. Почему? Там камешки. Там так... Сашунечка, идем. Это жарко, конечно. Вон лыжаки можно взять, купить. Рыба, баклава. Вот вам какое море. И там вон вдали, видите, корабли стоят. А где же их нет? Вот хотелось бы в порт поехать. Скажи, сколько времени? Конечно, в порт. Таким жильем А что, я не знаю, где порт. Влево, влево. Наверное, вправо. Ну, народа, мамочка моя родная. Сейчас пойдем. А потом будут ноги мокрые. Видите, сколько людей. Людей тьма. Ну, место есть. Приходи, ложись без проблем. Сейчас мы пойдем водичку попробуем. Вот по песку идем. Ой, ай! Это, наверное, гостиница. Вот там, видите, прямо на берегу. Вот это круто. Но такие пирсы, они там и на Аркадии тоже так вот там. Забыл, да? Смотри, сколько людей. Это уже заканчивается сезон, это уже 1 сентября. Вот скоро уже много людей. Как... Вот это вот Одесское море вам. Ай! Ай, ракушки каляются.
нет, смотри, только место. Место тьма. Это считай, что людей нету никого. Здравствуй, море Одесское. Холодненько, видно, поменялось. Ох, холодно. Просто мы сильно с тобой прогрелись. Но море не теплое. Не на 100 градусов, но море не теплое. Холодно. Людей. Ну и чистое. Градусов не пишут нигде. Ну, с детками, с колясочками. Ну, тут недалеко наверху просто. Ну, вот постоишь так. Ну, все равно, наверное, градусов, я не знаю. Градусов 20, наверное, да не меньше. Просто сегодня облачно. Ну что, мои дорогие, видите, сзади море. Угу. Сзади море, но заходить в него что-то не хочется, потому что ветрено. И вот женщина узнала меня, разговаривали мы, говорит, неделю здесь, то вода, конечно, холодная на море. Ну, искупнуться можно, больше, знаете, насморк больше заработать. Ну, посмотрим. Сейчас мы пойдем прогуляемся с Сашей туда, вот там дельфинарий есть. Ну, постараюсь вам все показать. Видите, дети крылья. Я вам покажу. Видите? Спать хочет, оно спать хочет. Такие маленькие детки, и все равно на море их везут. Там он прогулочный катер, а видите, на этом, кстати, сам покажу, если удастся так немножко приблизить. Видите, корабли стоят. Ветер такой, что прям вообще качает камеру. Да, это не рыбачьего, конечно, море, но море. Ты попробовала воду соленую? Не стала не соленой. Так, ну что, пойдем сейчас туда вот прогуляемся с Сашей. Вышли мы с Сашей. И так вот наверх поднимаемся и дошли уже до дельфинария. Видите? Так будем прямо идти, потому что мы сегодня на море не расположены. Вот видишь, тоже люди с моря идут. Не так близко. Кафешек, тьма. А вот смотри, какие эти крымские сосны. Видите, какие иголки длинные. Ну, здесь, конечно, цивилизовано, потому что и травка, смотрите, вся. И вот еще такой маленький кленочек, как я вам показывала. Вот это американский клен, наверное, да? Его привязали, чтобы он не поломался. Красиво. Это красивенько. Вот смотрите, тут какие-то фонари красивые очень. Здесь сделано все прямо чики-чики. Парк такой. Видите, дельфинарий даже видно, вон стульчики. Дельфины прыгают. Ну, наверное, сегодня понедельник, не показывают представление, бо людей никого нету. А может, с этой стороны сидят, да? Вот вам дельфинарий, вот он. Так хорошо пахнет тут. Вот пляска. Морем, ветер оттуда. Море пахнет. Алла не может остановиться. Кто хочет к шашлыку, а я хочу ку-ку. А ты посолил мне? Нет, я сам не солю. А то как на соли скажете, много. Выбирайте. Это? Саша не захотела. А я кукурузу на самом деле. Спасибо. Так. Мы так будем идти вверх и дойдем до дюка, наверное. Видите, гостиницы вон прямо загорают на пирсе, но это видно от гостиницы. Видите? А, вот Немо, это тут Ди Винченцо работал в этой гостинице. Вот хотел, видишь? Это же он тут работал, хорошая гостиница. Здесь очень хорошо заниматься спортом. Сашуля, правильно говоришь, здесь как походишь туда-сюда. Вот здесь, с этого места, красивое море. Я вам сейчас покажу. Очень. Смотри, какой цвет. Какой цвет, вы видите? Какой-то ресторан разбитый, крыша разбитая.
Да, ну кто на той квартире занял? Люди все уходят и на море сидят с утками. Ну, еще какой-то памятник у них здесь. Она говорила прямо туда идти, да? А, так вот же что-то сооружение похоже на порт, да. Ой, смотрите, вот эти штучки. Класс, можно покататься. Ой, посмотрите, как. Это порт. Камешками. Боже, внизу какие рухляди. Как это еще не покупали? Ну, это, видно, порту принадлежит. Как это не покупили еще все? Смотри, какие рухляди внизу, видите? Окна повыбиваны. Я представляю, сколько здесь стоит эта квадратура. Контейнеров куча. Ну, это этот же порт, который... Сахашвили. Порядок наводил. Наводили, да не доводили. А, то там он и не булон стоит прямо на берегу. Пойдемте. Хочу вам показать, смотрите, какие вот эти, помните? Маслен, у нас тоже такое растет. Как оливы прямо висят, да? Чем-то похоже на оливы. Даже сами листья дерева. А по вкусу оно волосатое. Сашу обманула. А мы в детстве ели такое. Ага. Вот мы пришли на точку, что очень хорошо видно грузовой порт. Я хочу вам показать поближе. Смотрите. Вот это порт, да? Вот это масштаб какой. И главное, что и не булон здесь построен, зерно, видите, зернохранилище. Сколько контейнеров. Это караул. Конечно, боролись за этот порт. Все, пойдемте дальше. Я вам сегодня уже решила показать порт со всех сторон. Смотрите, какие могучие заходят в порт. Да? Там вот каблучка. Видите, там вот. Кто? Не, он уже стоит, корабль. Корабль стоит. Он же на тросах, видишь, грузится. Все, идемте. Я по чуть-чуть вам все показываю. Тут вот какая-то, видите, стена такая с окошками красивыми. Ну так, тут, наверное, танцы или какие-то картинги проходят. То есть вот с лонжерона идешь, и вот в эту сторону тут все идут на лонжерон. Ну, место расположения квартиры, конечно, хорошее, рядом с морем. Ну, то, что вверху, так что ж делать. Сейчас мы с Сашей дойдем, потом не знаю, куда мы пойдем. Хочется что-нибудь уже скушать. Но я тут на пляже не хочу. Саша, наверное, вот тут вот бы хорошо было, или? Да,